скажи своим зрителям пару слов про эту историю. Нам хотели повесить кондюр вот здесь и провести пластинковый бокс. И за это мы взяли 4,5 тысячи. Так. А тут мужики 2,5 часа за стены. Ну, Никита! Мы приятный толточек. Вязали пятачок. То есть у нас вот здесь будет висеть кондиционер, правильно? Ну, вот на 30 сантиметров от стены вот здесь. Вот тут у нас будет шпаклевка. Да. То есть вот здесь будет крепление, здесь будет камера. Угу. И что еще вот про провод рассказать? И они нам еще проложили в общем провод. Мне Никита сказал, что он вот так уже будет там спрятан, но все будет хорошо. И ты просто... Ты сама будешь прятаться. Я завтра работаю, ты шпаклюешь. Я шпаклюю, вот. Тут вот у нас трубочки. А как сделать, чтобы не холодно? Там дырка. Теперь у нас есть писюн. А вон там будет выносной блок наружного кондиционера. Ты же сказал, что вот здесь будет под окном. Ну там все потешнее будет. Ой, месяц молодой. Месяц молодой, поехали машину заберем. А ты не хочешь зарплату получать? А мне не платит никто. Понятно. Значит, придешь завтра 8 утра штукатурить. Зачем? Чтоб тебе заплатили. Кто? Я. Чем будешь платить? Куплю. Че? Бургер куплю. Бургерку? Ты мне сейчас его купишь. Да нет. Мы положили плитку в гостиной, в спальне почти. Сейчас будем докладывать вот эту часть. На кухне осталось чуть-чуть. И коридор остался. Нам звонит М-видео и выражает свои глубочайшие извинения от лица всей команды. А, я же не рассказывала. Короче, 2 недели назад, даже 2,5 недели назад, мы заказали стиральную машинку из М-видео. Она к нам ехала со склада в Москве, наверное. Мы оплатили, и все хорошо. В итоге потом приехал, ну, потом должен был приехать курьер, но он не приехал. Он сразу написал, что он нас не дождался, хотя мы были здесь. И, в общем, началась галиматья с М-видео. Оказалось, что у них сейчас в Инстаграме, в комментариях под каждым их постом просто миллион людей жалуются, просят вернуть деньги, вернуть заказ. И я поняла, что нам очень повезло, потому что есть люди, которые берут какую-то технику в рассрочку, им, видимо, мало того, что им не привозит, она не отменяет заказ, там, не возвращает деньги, в общем, там у них капают пени, налоги, все на свете, вот. И сейчас нам Никита оставил отзыв на Яндекс.Маркете, им видео, я им писала в Инстаграме, они, ну, коннектятся с нами, но, как бы, кроме того, что можем ли мы вам чем-то помочь, они дальше ничего не пишут. В общем, мы отменили заказ, сделали заявку на возврат денег, денег нет. Вот, решили заказать у Хайера стиральную машинку, холодильник. В общем, я думаю, что у нас большинство техники будет... Что у нас только? Аварочная панель и духовку у нас... Не помню, какой фирмы.
Индезит. Вот, а так, я думаю, кондиционер у нас хайер будет. Кондер будет хайер, вытяжка хайер, холодильник хайер, стиральная машинка хайер, я не знаю, там, дальше посмотрим. Вот такая ситуация. В общем, у нас МВидео денег не вернул, нам до сих пор прошло 2,5 недели. А хайер мы заказали позавчера. Ночью, субботу, воскресенье. А сегодня среда. Ночью, субботу, воскресенье. Кстати, у нас сегодня на производство ушла наша прекрасная кухня. Кухня. Вот так она будет выглядеть. Нет, я придумала сюда. Вот типа. И вот теперь кухня. Вот. Она у нас ушла сегодня на производство. Я думаю, что она будет готова к следующей неделе, к концу. Сейчас мы будем зашкуривать, чтобы вот тут все. Мы выбрали обои. Пока что только в кухню, гостиную. Вот, но там тоже свои интересные заморочки. И все, наверное. Да. Совсем забыла рассказать интересную историю про плитку. Мы купили сколько-то изначально пачек плитки, она у нас кончилась, мы пошли в Leroy, купили еще, вот у нас все, что у нас осталось. Это доложить сейчас вот сюда, и то, я думаю, не хватит. Вот. Мы купили еще одну партию в Leroy, и оказалось, что она не эта же партия, а другая, в общем, я не знаю, как показать, потому что я даже не помню. Ну, в общем, вот здесь одна партия кроссовок, а вот здесь другая партия. И, короче, она отличается. Тут не видно, но она отличается. И в Самаре больше ни в одном магазине Leroy этой партии нет. Поэтому мы заказали эту партию в Тольятти. Она должна приехать сегодня. Мы заезжали, пока что еще не было. Благо, ехать по пути. А нам еще целый коридор выкладывать. Мы заказали на всякий случай 12 пачек. Из Тольятти вот должны, сказали, в среду приехать. Официально признаемся хайеру в любви и доставка... Курьер-сервис. Курьер-сервис. Они, ну, чуть похожи, чем мы работаем, конечно. Но... И по Кочергин. И курьерские службы, и курьер-сервис, и хайер. Любим вас. Муа! А мы МВидео не любим, мы никогда не полюбим. МВидео отправляется в детдом. Those lovely blue eyes on you, you made me feel so dang good, yeah. So we slowly turn to something, yeah. Tell me, can you think of one thing that's better than the love that we have? I would love you twice if I could do. No, there's nothing better than you. Everything you do is in slow-mo. You made me feel so good on the low low. Every time you talk, I don't know, no. Всем доброго утра. Сегодня 5 июня. На часах 8:40. 8:40. Я 8:40. Еще прохожу последний уровень в своих снах. Это такое? Мы уже едем. Мы уже почти приехали в южный город. Мы в Leroy будем сидеть? Сейчас еще в Leroy припремся и скажут, вы что, идите спите. Вы что, приперлись? У нас нет никого. Перестань так кричать сильно. Из последних новостей сегодня, мне кажется, мы будем делать просто миллион дел. А, хотите прикол? У нас было назначено, ну как там сказали, 10 дней готовятся наши окошки, а потом должны были приехать их установить. И вчера мы внесли остаток. Сказали, что сегодня приедут люди, а потом выяснилось, что они сегодня приедут, но они нам просто доставят окошки. А установка неизвестно, когда будет. Я вот недовольна.
Новости с полей. Мы строили, строили и, наконец, построили. Ну-ка, покажи глаза свои честные. Он там говорит, бросайте все, делайте обои, чтобы я его потолок установил. Ему стена твоя никак не помешает. Ну все, будешь плохо себя вести, я буду тебя в шкаф сажать. Будем с тобой через окошко общаться. Something is playing too long on my mind, yeah. Something I hear when you're not by my side, don't like. Something is playing too long. Какого цвета у тебя майка? Серый. Какой твой любимый цвет? Серый. Какие обои будут в спальне? Серый. А может быть светильник будет черный? Нет, серый. Какая у нас стиральная машинка? Серая. А что насчет плитки в ванной? Серая. А кот у нас двухцветный? Нет, он серый. Где же кухня у нас? Что? Серая? Рыжая. Серая. Время у нас 2:36. Мы успели заказать дверь, купить обои, заправить картридж. Все, что мы успели. А что мы делали? На птичке хотели сэкономить, не получилось. Дурная голова, забыл же о самом главном рассказать. Мы забрали рулон обоев. Да не рулон, и его тоже. Духовку и варочную панель, плиту. Панель. В общем, нам осталось выбрать затирку. Есть еще другие слова? Затирку, поклеить обои. В пятницу будет натяжной потолок. В субботу, возможно, привезут кухню. Ванны нужно все заклеить герметиком. Возможно, надо купить... Да невозможно, нужно купить новый туалет. Это не смывает. Проверено. Вот. Нужно поклеить обои. В понедельник застекление, линение балкона. Потом утеплить. Потом туда доску большую купить, в виде стола ее сделать, полки налепить. Вот такие планы. И все это до 17 числа надо сделать. Сегодня на что? 6. 11 дней осталось. Так, что мы успели сделать? Проводку поменяли всю, потому что жопа. Так как у нас вентилятора не будет, мы эти провода пустим на диодную подсветку. Там все поклевали, штукатурили, не знаю. И здесь у нас была одна розетка, из них мы делали розетку для вытяжки. Фокус, пожалуйста. Просто розетка рабочая будет, две штуки, и эта розетка находится у нас в шкафу для... Подожди, это первое, что, июня будет? Для... Уже, у нас уже июнь. Уже июнь? Уже июнь. Ебанись. Спасибо. И здесь у нас будет розетка для духовки и микроволновки. И здесь у нас сейчас работа с водой для кухни. В ванной ничего интересного нет. Здесь вот мы выломали стенку, замазали стенку. И сейчас у нас самая жопа с этим несчастным шкафом. Потому что свет, пожалуйста. В общем, мы его замазюкали, а углы не сошлись, и меня все бесит, и я все тут разрушила. Сейчас мы будем это все как-то зачищать. А вот наши окошки, их завтра будут устанавливать. Вот.
Загрунтовали еще чуть-чуть потолок, потому что у нас будет для гардины, не будет доходить потолок. И вот это у нас загрунтовано, сейчас сохнет. Когда высохнет, покрасим белым, нам сказали это сделать. Холодильник. И в зале идут трубы. И вот в спальне, вот здесь на потолке накинута всякая кича. И в зале то же самое. Так как у нас потолок будет натяжной, но он не... Сейчас, солнышко. Но он не будет доходить вот эту часть, то есть она здесь оборвется, там будет гардина. Нам посоветовали либо белой краской все это подкрасить, либо зашпатлевать. Короче, белым цветом это надо сделать, чтобы это не бросалось в глаза. Вот. И мы решили почистить точно такую же кичу, как там здесь в зале. Вот, и сейчас. И вот что из этого получилось. Тут это штуки. Ой. В общем, вот так. Я не знаю, что там. Ну-ка. Everything you do is in slow motion.